Короче, в Черкесии определили лучших стригалей региона в селе Хасаут-Греческое Зеленчукского района. Прошел конкурс «День стригаля», посвященный вековому юбилею республики. О состязаниях, участниках и победителях Алихан Лепшоков. Глаза боятся, но руки смело берутся за работу. Задача мастера – быстро, то есть за короткое время, но и качественно подстричь барана. Республиканский конкурс стригаля проходил на базе племрепродуктора «Магнат» в селе Хасаут-Греческое. Собрались самые опытные в стрижке овец стригали со всех районов Карачаева-Черкесии. Асланбек Кипкеев долгое время занимается овцеводством и мастерски умеет стричь. Он буквально за 2 минуты может отделить шерстяную шубку от барашка и, что самое главное, качественно, не нанося увечий. В 1985 году в областном конкурсе я выиграл, а после этого не стал стричь, бросил стрижку. Вот обновили, вот сегодня сказали, приехал, стригу. Качественное руно не должно кусками стричься, оно должно быть целое. Стрижка является обязательной процедурой для овец перед выгоном отары на летнее пастбище. Члены жюри уделяют особое внимание скорости и качеству стрижки. Здесь присутствуют те, кто много лет занимается овцеводством. Важно отметить, что овцеводческой отрасли в Карачаево-Черкесии уделяется особое внимание. Более того, республика уверенно входит в пятерку российских регионов, лидирующих по уровню овечьего поголовья. 65 лет пас отару, ну где-то 50 тысячи ягнят сдал я государству, 50 тысяч ягнят. Можете проверить и убедитесь тогда сами. В итоге первое место занял стригаль Ахмат Баташа, второе – Денислам Абисалов и на третьем – Хамид Шидаков. Все они из аула Кызыл-Октябрь. Было четвертое место, досталось оно Асланбию Кипкееву из станицы Сторожевой. Победителей призеров отметили кубками и ценными призами. Алихан Лепшоков, Медина Джанкёзова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.